які ще не пройшли фільтрацію, їх так само тримають разом з українськими полоненими чи десь окремо? Особливо, от ви кажете, що до них ви намагаєтесь відправити адвоката, але з іншого боку, вони виходять, що вони не є офіційно засудженими в Росії, і при цьому вони, ну, умовно військовополонені з точки, ну, тобто вони не військовополонені з точки зору міжнародного права, тобто вони десь висять у вакуумі. Так у нас все висит в вакууме, все висит в вакууме. Конечно, не прошедшие фильтрацию, они никакие не военнопленные, но в России военнопленные. А цивильные заручники, да, похищенные в оккупированных, а ныне деоккупированных территориях, люди, которые были похищены еще в марте, у нас содержатся сотни людей, которых мы знаем имена, знаем их биографию. Да, Роман Вуйко из Гостомеля, 55 лет, инвалид. Он со 2 марта находится в России. Сергей Дувиченко, агроном, 35 лет. Он в Блаклее был взят. В агроном, он в поле был взят. И до сих пор мы не знаем, мы только надеемся, что он жив. Да? Мы разыскиваем всех этих людей. Иногда мы точно знаем, где они находятся, иногда нет. Вот их статус каков? И мы, честно говоря, очень боимся за людей без статуса, потому что в конце концов кому-то в России может прийти в голову мысль, что проблема решается просто. Нет человека – нет проблемы. И поэтому мы призываем все время, сами я всегда называю имена, всегда стараюсь называть имена, что мы знаем имена, мы знаем, где находятся люди, мы знаем, что они в России, они должны быть живы. Когда ты не можешь предъявить, не можешь объяснить мировому сообществу, что у вас в тюрьмах по 9-10 месяцев делают обычные мирные украинские граждане, просто захваченные, похищены, это киднеппинг, без допуска адвокатов, без допуска прокуроров, без допуска гуманитарной помощи, без лекарств, без врачей, без связи с родными. Что это? И я очень боюсь, что кому-то будет проще решить проблему, просто ликвидировав ее. Поэтому мы каждый день должны об этом говорить. То же самое, да, проблема, о которой мало все равно говорится, хотя это, конечно, похищены украинские дети. Это вообще чудовищная проблема. Такое ощущение, что где-то лежал такой черный учебник в черной обложке там, с черными страницами, где было написано самые страшные преступления фашизма, самые страшные преступления Гитлера, как ни в коем случае нельзя делать. И вот Путин нашел этот учебник и действует по нему. Похищение детей – это же то же самое, что делали фашисты. Похищали блондинов с голубыми глазами там, в Польше, Чехии, в Украине тоже. Да? И живут сейчас еще тысячи немцев, которые знают прекрасно, что они не немцы, но больше никаких концов они найти не могут. И было сделано все для того, чтобы была уничтожена их память и уничтожены документы. И то же самое делают с украинскими детьми. Щодо того, що у групи Вагнер, що група Вагнер сама собі зараз набиває умовно фонд українських полонених для безпосередніх прямих обмінів з Україною, давно інформація вже ходила, якщо не помиляюсь, Гулаг Гунєт про це писав. І навіть ось цей, що Євген Нужен, якого стратили кувалдою, він також начебто, ну, інформація українською стороною перевіряється, але начебто це був обмін саме безпосередньо, ну, його віддали групі Вагнер. Взагалі, ці позасудові страти, це була разова акція залякування, чи це нормальна, наскільки це можна назвати, звичайно, нормальною практика у групі Вагнера? Нет, вы знаете, вне судебной казни, они же были обещаны, и они по-прежнему, это звучит тема, когда вагнеровцы приезжают вербовать, по-прежнему приезжают вербовать в российские тюрьмы. Я замечу, что сейчас порядка 40 тысяч уже завербовано российских заключенных. Они же это обещают вне судебной казни. Они обещают вне судебной казни за потребление алкоголя и наркотиков, за секс. Кого с кем никто не уточняет, хоть между собой, я думаю, что вообще за секс как таковой.
за мародерство, ну, ни одного случая расстрела за мародерство я не знаю, и за попытку сдачи в плен и дезертирство. Когда сдача в плен и дезертирство стало массовым явлением, а оно довольно скоро стало массовым явлением, то пошли вот эти вот внесудебные казни, очень и очень такие нарочитые. Помимо кувалды, мы знаем еще минимум 50 случаев, когда родственники получали смс-ки, что вот ваш родственник казнен за там, попытку к бегству, там, за попытку сдачи в плен. Но этих случаев, конечно, больше. И мы знаем, что заключенным в российских тюрьмах, которые готовы вербоваться, их заводят в специальную комнату в штабе. Штаб – это место, где сидит начальство тюремное. Им с планшета показывают кадры внесудебных казней. И по описанию заключенных, которые у нас есть связь, это вот одни и те же казни, они очень похожи, да, описывают одно и то же. Человек в пиксельной форме без знаков различия говорит на камеру фамилию, откуда он, из какой зоны, называет сам себя петушарой и говорит, что он там попытался бежать или попытался сдаться в плен. И дальше в кадре видно руку, которая приставляет пистолет к затылку, раздается выстрел. Таких вот казней несколько, по крайней мере, сюжетов, около 7 сюжетов, которые вот мы знаем, которых повторяют. И еще один эпизод, тут тоже пока один и тот же, когда человек говорит то же самое, но при этом его вешают на железные балки. Як ви вважаєте, група Вагнера тримається саме на Пригожині? Якщо умовно уявимо собі, що Хімарс прилетить і немає більше Пригожина, що з нею станеться? Знаете, там есть еще такой человек по фамилии Уткин, и когда мы видим там награждение ЧВК Вагнер Путиным, там справа там, от Путина Пригожин, слева этот самый Уткин. Потом там все-таки есть костяк у Пригожина, костяк, который прошел, офицерский костяк, он не очень большой, который прошел и Центральноафриканскую республику, и Сирию, и они, собственно, командуют заградотрядами, потому что зэки-то идут не просто так разминировать украинские минные поля и штурмовать там окопы. Они идут не просто так, потому что сзади идут заградотряды из опытных людей. И они прекрасно знают, что они будут стрелять вообще без не дрогнувшей рукой. Ну и помимо всего прочего, я думаю, что еще не сыграл свою партию Бут, Виктор Бут, который был недавно выменен из американской тюрьмы на Бритни Грайдер, Бориску темнокожую, открытую лесбиянку, поэтому ей было вообще невыносимо, конечно, в российской тюрьме. И это был такой обмен. Он очень нужен Путину, он друг Сечин, этот Бут. И его сразу приняли в ЛДПР, в партию Жириновского. Я думаю, он будет делать сейчас карьеру, как только немножко отдохнет. Я думаю, что мы услышим о нем сразу после новогодних праздников или под какие-нибудь очередные выборы и парады. И, конечно, я думаю, что сфера его интересов будет как раз частные военные кампании. И либо он будет делать свою частную военную кампанию, либо каким-то образом пойдет договариваться с Пригожиным, если не сойдут с характером, непонятно. Но вот люди типа Пригожина, типа Уткина, типа Бута, они время от времени возникают, да, из ниоткуда. Понятно, там Пригожин возник из тех же тюрем и потом пошел в официанты, который обслуживал Путина, когда он встречался с бандитами в ресторане «Старая таможня» в Питере и просто привык есть с его рук. И поэтому доверяет. А остальные биографии, в общем, они такие все, связанные как раз с боями, а боев ЧВК «Вагнер», равно как и внесудебных казней, да, где только не вел.